Biz de bunun istifade etme imkanlarını tapdıq. Dünyanın böyük neft şirkətlərini cəlb etdik və bunun ixrac olunma yolunu da müəyyən etdik. Ona görə də bu böyük narazılıqlar meydana çıxartdı. İndi biz Rusiya ilə imzaladıq çox yaxşı bir sənəd. Ancaq bir 4-5 ay bu kontrakt imzalandıqdan sonra Rusiya bizə nota vermişdi. Deyən ki, bizə İngiltəriyədə nota vermişdi. İPİ'ye göre. Nota vermiştir ki siz kanunsuz iş görmüşsünüz, Xəzərin statüsü müəyyən olmamış, siz kontrakt imzalamışsınız. Mənim xatirimdədir, 6 ay keçmişdi mən İstanbul'da, o vaxt ki Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşdüm. Gördüm ki o böyle perişan bir vəziyyətdə məndən danışır. Deyir, ne edəcəyik? Dedim, ne barədə? Rusiya belə nota veribdir, indi biz necə işləyəcəyik? Mən dedim ki, siz narahat olmayın, biz işləyəcəyik. Было подписание соглашения между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о разграничении сопредельных участков дна Каспийского моря. Мы очень долго шли к этому решению. Было много споров, напряженной работы с двух сторон. Но хочу подчеркнуть, эта работа была заинтересованных партнеров. И я рад, я удовлетворен тем, что она закончилась таким позитивным результатом. Я заявляю, что это очень важный шаг. Вообще, то, что за последнее время, за короткое время, этот вопрос статуса Каспийского моря, разделение его на сектора, уже много-много лет был на повестке дня и обсуждалось. И то, что вот за короткое время вы включились в это дело, и с Казахстаном вы подписали. Я знаю, что тоже долго работали над этим. И с Азербайджаном тоже мы долго работали. И как вы сказали, мы уже 3 каспийских государства, не северной части, а середины Каспийского моря. Мы тебя не можем считать северной, мы южная часть, так? И уже, понимаете, определились. И это дает пример и для других прикаспийских стран. Другого